«Моя страна – великая держава». На главной городской сцене звучали родные песни в исполнении русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» и народной артистки России Раисы Гончаровой. Народные, казачьи, популярные песни, зажигательные номера сменяли лирическими. Многие жители и гости города-курорта подпевали артистам. Во время праздничной программы для 11 молодых анапчан наступил торжественный момент. Под аплодисменты юношам и девушкам вручили российские паспорта. Среди тех, кто вышел на сцену, Владислав Ланер. Этого дня он ожидал с нетерпением, а получить паспорт в День России для него приятно вдвойне. Много народу, легкое волнение. Являюсь теперь гражданином Российской Федерации. Это ответственность.